спасти напарника, пораженного током, и оказать доврачебную помощь. С учетом опасности производства, электромонтер должен уметь и такое. Ежегодный конкурс «Т-плюс» на лучшего в своем деле собрал профессионалов из 14 регионов страны. Если у вас нет света, не работает холодильник, электроплита, это беда целая. И у нас то же самое. Проверяем, как готов наш оперативный персонал, а здесь все оперативники, выбираем из них лучшего по профессии. Два дня состязаний, 5 сложных этапов. Оцениваются умения и навыки при оперативных переключениях оборудования, ликвидации аварийных ситуаций. Судейство сурово каждому, ведь от правильных действий этих специалистов зависит безопасность и комфорт потребителей. С минимальными ошибками к финалу дошел старший электромонтер пермского филиала Никита Горбунов. Он занял 3-е место. Конечно, нужно проводить такие конкурсы. Это все равно, независимо как выступишь, это повышение квалификации. Также после любого этапа проходит разбор этапа. Золото у Ильи Овчинникова из оренбургского филиала энергокомпании. Серебро у Максима Емельянова из Свердловского. В ноябре они представят Т-плюс на всероссийском конкурсе профмастерства. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.